Привет! Вы на канале Таковка ТВ. И сегодня я снимаю видео про My Little Pony, которое называется «Радити в школе». И это первая серия, будет две серии. Поэтому, ребята, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет вторая серия этой интересной серии, продолжение, так скажем. И перед началом ролика я хотела бы вас еще попросить подписаться на мой второй канал, но в котором я снимаю клипы, очень интересные клипы про Капричи Дракона и Стар против силы зла, поэтому надеюсь, вы подпишитесь на мой второй канал. Там очень интересно, интересные клипчики, поэтому, пожалуйста, не забывайте подписываться. И что ж, поехали! Так, что? О, Китти, ты издеваешься? Мяу, мяу, мяу. Что? И вправду, я чуть не проспала. Китти, спасибо. Мяу. Ну да, на своем репертуаре. Так, быстро одеваться. Так. Я оделась, но надо еще заправить постель. А, боже. Так, постель заправлена. А теперь надо бы причесаться и позавтракать. Доча, доча. О, мама. Мама, доброе... Мама, доброе утро. Доброе утро, доченька. Ну что, я вижу, ты не проспала? А, да, впервые за долгое время я нормально встала и не проспала. Доченька, хотела тебя предупредить, что тебе сегодня надо как раз чуть-чуть пораньше в школу. Почему? Доченька, если ты не забыла, то у вас очень важная контрольная. А обычно, в то время, в которое ты обычно выходишь из дома и идешь до школы, ты приходишь где-то уже почти что, не знаю, к середине урока. И мне вечно жалуется твой классный руководитель. Ничего страшного. А контрольная важная по математике, доченька. Поэтому ты должна получить хорошую оценку и вовремя успеть на урок, чтобы все успеть написать. Пфф, я и так все успею. И смотри мне, не списывай ни у кого. Ты должна учиться сама, ясно? Да, мама, ясно, но я и так, в принципе, не списываю. Ага, а на прошлой неделе мне позвонила твоя учительница по математике и пожаловалась, что ты списывала. Да у нас сейчас все списывают. А вот я не хочу, чтобы ты списывала, как другие. Не смотри на других, сама. Думай своей башкой. Ну, ладно, мам, хорошо. Я тогда сейчас быстренько позавтракаю. Что мне позавтракать? Доченька, слава богу, я принесла тебе вкусняшку. А, вкусняшку? Ну, не знаю, как вкусняшку, но вот, будешь творог. Йогурт, точнее, к тебе. О, йогурт, йогурт, это я люблю, это я люблю. Да, йогурт я буду. Ну, хорошо, давай тогда быстренько уешь. Ты собрала портфель вчера? Да, собрала. Ну, ты славненько, тогда давай быстро ешь и собирайся, и иди в школу тогда. Хорошо, мам, я сейчас соберусь и пойду в школу. Все, тогда ладно, пока, доченька, я пошла на работу. Пока, мам! Вот мама ушла. Так, ну что ж, творожок, жди меня. Так, вроде как я готова. Так, да, так, все, все хорошо.
Шапочка. Та-дам! Моя новая шапочка. И я решила надеть в школу. Так, портфель. Все взяла. Ай, да. А, портфель не падать. Ай. Все, я готова. Можно идти в школу. Так, ребята, надеюсь, вы подготовились. Давайте доставайте двойные листочки. Начинается контрольная. Так, сейчас я скажу, кто из вас первый, кто из вас второй вариант. Поэтому готовьтесь. Так, с окна идет... Да-да-да-да. Проходите. Да, это я. Здравствуйте. Вы опять опоздали. Извините, Ну, зато я опоздала не на пол урока. О, ладно, проходите, Рарити. И доставайте двойной листочек. Мы пишем контрольную. Я надеюсь, вы подготовились к ней. Да? А, ну да, конечно, я всегда готова к контрольным работам. Фух, еле успела. Да, и вправду. Ты как обычно опаздываешь, почему ты опаздываешь? Я не виновата, у меня будильник не срабатывает. Оставь его заранее, значит, не знаю, или, не знаю, там, попроси у мамы, чтобы она тебе там как-нибудь будильник заводила. Почему ты вечно опаздываешь? Я говорю еще раз, я не виновата. Так, девочки, что-то мы там списываем. Нет, 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 просто я просто ей рассказываю, почему я опоздала. Это правда. Угу, конечно. Все вот так говорите, что рассказываете, что-то рассказываете, ага. Так, обе положили свои листки, два за контрольную. Ну, Мария Петровна. Я сказала нет, а ну-ка положили свои листы. Я не люблю, когда вы списываете. Ну вот, спасибо тебе, Радость, как обычно, все из-за тебя. Как обычно, из-за тебя у меня проблемы. Да не бойся, сейчас все будет, подожди. Так, подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Мария Ивановна, знаете, у нас в школе проводится один интересный конкурс. Какой еще конкурс? Самый лучший учитель года. Вы что, об этом не знали? Мария Ивановна, ну как же вы можете об этом не знать? Это же нововведение такое. Хм, надо будет прочитать. Да-да, конечно, вот я вам даже могу показать. Так, я лучше сама прочитаю. Так. Да, действительно. И мы все нашим дружным классом хотели выбрать, конечно же, вас. Ой, как приятно. Но все равно, двойку я вам поставлю. Да за что, Мария Ивановна, ну пожалуйста. Я сказала нет, вам надо учиться, а не списывать друг у друга. Мария Ивановна, не получилось ее ничем не сломить. Вот именно. А нам еще и двойки поставят. И что делать? Не знаю. Да. Спустя несколько минут. Так, все, перемена, ребята. Я пошла. Нет, ну вот просто как обычно. Всегда из-за тебя у меня плохие оценки. Да почему всегда из-за меня? То, что ты всегда начинаешь что-то рассказывать и отвлекать меня. А кто меня попросил? Я тебя не просила. О, ладно, хорошо. Давай лучше пойдем поболтаем с девочками. Ой, пойдем. Ой, посмотри, какая прикольная фоточка у меня в Инстаграме. Не умеешь вообще фотографировать. Уж кто, говорил бы. Сама вчера выложила такую фотку, что качество вообще ужасное. А чего вам надо?
Да просто хотели узнать, как у вас дела, девочки. Видите, мы заняты. Подойдите к нам попозже, девочки, пожалуйста. Мы сейчас заняты. Эх, ладно, пойдем отсюда. Пойдем. Так, постой-ка. А что, если бы тебе скажу, что у меня есть план, как исправить наши оценки? Как, прийти на 7-й урок переписывать? Да нет же! А какой у тебя план? Кое-какой получше. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы узнать, когда будет следующая серия. И не забудьте подписаться на мой второй канал. Ссылочку в описании под видео. И всем пока, ребята. Пока. Пока.